Добрый день. Продолжение эфира, вторая часть. Я извиняюсь, был важный звонок, не могла не ответить. Итак, сегодня говорим про телесную терапию, а именно про метод Access Bars. Это международная методика. Вы можете пройти обучение по этому методу. В первой части я делала приглашение на 7 ноября в Санкт-Петербурге. Будут вопросы, задавайте. Сегодня буду говорить про метод телесной терапии. Почему это полезно, почему это эффективно, об этом будем говорить. Но первую часть эфира мы закончили на теме богатства. Что часто бывает? Психолог помогает человеку целостно увидеть ситуацию и что в этой ситуации человек делает не так. И дальше человек сам уже делает, ну, что-то меняет, то, что он делал не так. Но часто бывает перекос или кумир. Как есть библейский миф, не сотвори себе кумира, иначе будут последствия. О чем это? Простыми словами, бытовыми, чтобы понятно было ребенку. Если человек что-то возводит в ранг кумира, это может быть человек, деньги, работа, что-то еще. Если что-то или кто-то поднимается на пьедестал, все, надо смотреть последствия, что будет через 5, через 10 лет. То есть, да, метод телесной терапии Access Bars, очень классные отзывы именно по финансам. То есть у многих доход как улучшается, потому что уходят какие-то блоки, и квантово прям видны именно финансовые изменения. Зависит от точки А. Но на всякий случай решила, ну, поделиться своим видением, как я понимаю. Например, есть тренинги, мы научим вас зарабатывать столько-то, столько-то. Классно, эти тренинги работают, и люди действительно зарабатывают, ну, столько денег, сколько, ну, потенциал, сколько могут и так далее. А дальше что происходит? Если человек только зациклен на деньгах, деньги, 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 да, человек прошел курс, он заработал деньги, то есть психолог, коуч, тренер, там, финансист, консультант пообещал, что после тренинга человек заработает денег. Ну, научится зарабатывать больше, да, человек получил этот результат, но что будет? Надо смотреть на следствия, потом на последствия, что будет через 5-10 лет. Если человек фанатично зациклен, например, условно, только на деньгах, начнется сыпаться все. Условно, взаимоотношения в семейной паре, там друзья отвалятся, здоровье начнет сыпаться, что-то еще. Посмотрите в жизнь, понаблюдайте. То есть если человек сотворил себе кумира, например, как будто бы деньги – это кумир, все, 5-10 лет начнет все рушиться, здоровье, семья, что-то еще. То есть важно не сотворять себе кумира, в жизни все равноценно. Кислород ценен, деньги ценны, взаимоотношения с людьми цены, природа цена, все-все равноценно, и кумиров нет. Один кумир – это жизнь. Вот это главный кумир, если идет путаница, все, у человека, ну, нехорошие будут последствия в долгосрочной перспективе. Что бывает у женщин? Женщина вышла замуж, родила детей, и все, для нее кумир – ребенок только или только муж. Все, смотрим, что будет через 5-10 лет. Женщина может остаться у разбитого корыта, потому что уже для нее не жизнь кумир и все, что есть в этой жизни, а кумир или только муж, или только ребенок, все остальное она не видит, и, конечно, будут последствия. Подумайте об этом, поразмышляйте. То есть эту тему хотела на всякий случай прояснить, потому что бывает путаница. То есть говорю сразу, что да, после телесных практик, если мы берем практику Access Bars, обязательно финансовая сторона выравнивается. То есть мой могу пример сказать, я в Сочи съездила на поездку, там что-то еще, документы по квартире. Например, 1100 у меня лежало на карточке, отложено, и все. Эти деньги как будто бы закончились, и мне было тревожно. Я заплатила за обучение, пошла на класс,
На следующий день я еще ходила на второй класс Access Facelift, звонок из банка, одобрили кредитку там на 160 тысяч. Я до этого, ну, принципиально не пользовалась кредиткой, но как я открылась, но это моя точка, то все равно деньги пришли, мне просто было надо, чтобы у меня на карточке от 100 тысяч лежало, но у меня почему-то были табу, ограничения, что именно я их должна отложить. А почему, ну, я не рассматривала тот вариант, но если они мне нужны просто на карточке, это могут быть деньги банка, если это вопрос моего спокойствия, чтобы у меня на карточке эта сумма лежала. Но это моя точка А, чем меньше у человека блоков, ограничения, табу, тем больше, тем лучше результат. Кому-то, может быть, условно после класса там доход увеличивается в несколько раз, то есть кому-то, если, например, женщине дарят машину, у всех по-разному, то есть чем меньше у человека блоков, тем круче результат, но результат получают все, ну, так как все мы любим тему финансов, в том числе это актуально, вот эту тему хотела затронуть, я познакомилась с методом Access Bars через своего мастера по маникюру Аню. Аня мне рассказала про этот метод, говорит, и я говорю, какие у тебя успехи? Она говорит, там, я зарабатывала 75, сейчас вот раз в неделю хожу к психологу, уже сходила на 4 телесных сеанса. Она говорит, мой доход увеличился в 150, условно. Потом мы виделись, она говорит, уже больше, и она немножко переквалифицировала свою деятельность, сейчас занимается косметологией. То есть это, в принципе, тоже буквально на моих глазах происходило. Своего мужа, ну, мужчину она отправила на сеанс. Помню на один сеанс ее историю, что тоже ему предложили какой-то проект, и тоже были финансовые улучшения. То есть могу еще какие-то рассказать примеры. Если брать пример про меня, например, у меня, ну, кто давно за мной наблюдает, знаете, у меня есть курс «Стань психологом-коучем за 10 недель». Курс авторский, уникальный. Я много труда, сил вложила в этот курс. Сейчас 13-я группа проходит обучение. Такого курса именно за 10 недель его нет нигде. Его нигде нельзя пройти, кроме как у меня. Именно за 10 недель. То есть плюс со студентами лично я занимаюсь 2 раза в неделю практики в скайпе. То есть многие преподаватели просто не выходят со студентами практиковаться. То есть я как клиент это знаю. Что еще? То есть я постаралась в этом курсе, ну, как бы себя его подготовила. И смысл такой, я ходила на тренинг, тоже Access, называется «Основы», идет 4 дня, стоит 100 тысяч. На него можно попасть, если вы прошли Access Bars. То есть бары, если прошли, то да, вы можете, ну, попасть на этот класс. Второй раз идете, стоит 50 тысяч. Но смысл такой, я сходила на этот класс 4 дня, оплатила 100 тысяч. И я, ну, вижу преподаватель, ну, Марина Шакина классно ведет тренинг, что-то еще. И я как бы задумалась, я думаю, 10 недель я своим студентам, вот курс по психологии, я столько всего даю. И у меня пришла мысль, а мой курс, он тоже стоит дорого, он стоит 100 тысяч, то есть я даже больше даю. У меня возникла такая мысль, я озвучила преподавателю. Но потом у меня возникла вторая мысль, а как же те подписчики школы, кто за мной полгода-год наблюдает, как же я их брошу? То есть это сценарий. И вот только прошел месяц, так, сентябрь, ну почти месяц после этого класса прошел, и я себе разрешила все-таки поставить адекватную стоимость за свои услуги, за курс по психологии. Но мне нужен был месяц, чтобы это разрешить себе, усвоить и понять, что, например, больше я не готова, уговаривать тех людей, которые не знают, что такое работа, спрашивают, а покажите сертификат,
ну вот, в общем, люди есть разные в интернете. Это не хорошо, не плохо, не плохо. У каждого своя точка. Каждый человек — это мы в прошлом, либо в будущем, там, в настоящем. То есть, если брать Юнга, то можно метафорой представить, что мы во сне, и вокруг нас это наши проекции, наши зеркала. Вот так вот, если коротко и быстро. Есть какие-то вопросы? Задавайте. То есть про телесную терапию, то есть она очень эффективна, у каждого своя точка, результаты получат все. Про телесный класс Access Barsa. 7 ноября будет обучение в Санкт-Петербурге. Кто хочет пройти этот класс с моей фасилитацией, с моим преподаванием, рада видеть вас на классе. Также в своем городе можете посмотреть, если вы не в Санкт-Петербурге. Обучение идет один день, длится с 10 до 6. Стоимость фиксированная по всей России. В других странах немножко другая стоимость, надо смотреть. То есть на курсе, на обучении будут подробные методические пособия, то есть методичка будет, подробное описание, как делать технику Access Bars. Вот такая. Такой слайд будет. Там подробно про каждую точку пишется. Как одна девушка говорит, но это я в интернете слышала, покажите мне точку про деньги. Вот. Что еще? Вот я говорила, да, есть точка тела, сексуальность, то есть если человек табуирован, вот мои гипотезы про секс, что-то еще, будет приходить расслабление. Можете, вот простой тест, если, вот как я понимаю, может быть, откровенно буду говорить, но чтобы было понятно, чем у человека в сексе меньше табу, меньше ограничений, чем человек больше расслабляется, получает удовольствие в сексе, то есть связь с телом, с инстинктом налажена, то есть в сексе человек расслабляется, получает удовольствие. Скорее всего, в работе успехи большие, в финансах успехи тоже большие. То есть это все взаимосвязано. Если берем глубинную психологию, то это про навык заниматься любовью, жизнью, если коротко. То есть понятие секс, он более широкий, то есть более широкое понятие. То есть мы с удовольствием идем на работу, мы с удовольствием пьем чай, кофе, завтракаем, обедаем, мы с удовольствием делаем свою работу, все делаем с удовольствием, с расслаблением. Понятно, есть разные ситуации, если условно змея рядом, то там, да, надо отскочить, но если мы были в расслабленном состоянии, мы оцениваем себя и пространство, в котором мы находимся, то у нас будет, да, мы расслаблены, но мы быстро отскочили, то есть как есть безумная смелость, а есть разумная смелость. Условно, если связь с телом, с инстинктами налажена, мы видим, что змея рядом, мы расслаблены. Так видим змея рядом, быстро отскочили. То есть мгновенно. Это если связь с телом, с инстинктом расслаблена, налажена. Если связь с телом где-то нарушена, то змея рядом, а мы расслаблены и получили укус змеи. И, конечно, будут последствия. Или наоборот, змеи рядом нет, а связь с телом, с инстинктами нарушена. Мы будем конфликтовать, напрягаться, как будто змея рядом, а змеи нет. И тогда будут последствия. Метафору про змею я, в общем, символически приводила. Можем перевести на взаимоотношения с людьми. То есть, когда человек путает внешнее и внутреннее, тогда есть последствия. И часто к психологу приходят клиенты, можно сказать, условно двух категорий. Первые клиенты зациклены на духовном, эзотерическом. В общем, одни клиенты зациклены на духовном, но ходят в дырявых штанах, условно, денег им не хватает, и их детям, условно. И есть вторые клиенты, которые зациклены только на материи. Деньги, 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 успехи. Важен баланс.
То есть со временем в работе с профессиональным психологом у клиента это все гармонизируется, все целостно. И духовное, и материальное, то есть все целостно. Но если, как я говорила, будет перекос, например, в кумиры мы что-то одно выдвигаем, то тогда да, будут последствия. Если брать тему эзотерики, простыми словами, тело – это проявленная форма души. То есть есть непроявленная форма души и психики, а есть проявленная – это тело. И телу нужна комфортная одежда, вкусная еда, там кровать, машина, путешествия, что-то еще. Это все нужно телу. Если брать нас как безграничную сущность, там непроявленную форму души, непроявленной форме души, а зачем ей это все? Все это нужно телу, поэтому очень важно наладить взаимосвязь с телом. И часто вот какие-то, если эмоциональные травмы из детства, из там и тогда не проработаны, то есть вначале они были в непроявленной форме души, потом они уже материализовались в теле, и только через психику вот эти блоки, ограничения телесные, они будут долго уходить. Важно подключать еще психотерапию, терапию прикосновениями. Тогда это будет происходить быстрее. Понятно, у каждого психолога есть свои любимые методы, но я приглашаю на телесный класс Access Bars. Можно сказать, Access Bars – это как наш друг. А есть еще в Access такая техника, как фейслифт, обучение. Фейслифт – это как любовник. Мне еще нравятся техники телесной терапии. Access Facelift – это прикосновение к лицу, то есть тоже по определенным методикам. Тоже обучение идет один день. Я пока не провожу эти классы, но в любом городе эти классы есть. Фейслифт мне тоже очень понравился как клиенту и как психологу, кто это практикует. То есть я заметила, что Access Facelift очень классно. Со мной обучение проходили и косметологи, и визажисты. То есть косметологи, кто оказывает платные процедуры клиентам, которые не хотят ботокса, которые не хотят омолаживаться с помощью инъекций, чего-то еще, кто хочет, ну, более естественным путем омолодить лицо и так далее. Вот тоже Access Facelift подходит, тоже очень классная техника, сама применяю, тоже нравится. Но телесный класс Access Bars, он водный класс, тоже многое после этого класса у вас может сдвинуться. Я тоже после первого класса, у меня было больше расслабления, открыла ИП, хотя были страхи, сомнения, что-то еще, но я расслабилась, впустила в свой мир что-то новое. Вот. А также, кто проходит однодневный класс Access Bars, какие потом получаются преимущества? Можно платно проводить сессии баров своим клиентам. Даже есть, ну, истории, когда дети тоже проходят это обучение, могут проходить обучение, и дети начинают зарабатывать, начинают платно делать сессии. Вот это тоже супер красивые истории. Что еще? Можно эти сессии делать друзьям, близким, знакомым. Вот. Можно после этого класса официально организовывать классы по обмену этими процессами, когда все практикующие специалисты по барам собираются и друг другу делают такие сессии обмены. Что еще? После прохождения этого класса уже можно попасть на продвинутые классы Access. Например, на класс основы, вот как я ходила в августе, в конце августа, на трехдневный телесный класс, то есть есть разные классы. Что еще? Можно стать преподавателем этого метода, для этого надо пройти обучение у трех преподавателей разных, преподавателей-фасилитаторов,
Купить лицензию на год стоит $250. И также организовывать классы, вот как я. 7 ноября будет мой второй класс. Пока учусь, привлекать желающих. Вот рекламу в этом месяце настроила тоже. Вот, уже понимаю, как, где кушетки брать. По аренде понимаю, какое, ну, вот эти организационные моменты. Вот. Уже лучше в этом разбираюсь. Вот что еще. Обучение идет 6-8 часов, то есть 10 до 6. Из них каждый участник получает 2 сессии баров. Каждая сессия идет по 40 минут. И делая 2 сессии баров. Перерыв на обед, теория, максимум 2 часа, час-два. То есть ответы на вопросы. Вот. А так, конечно, 80% обучения – это практика. Чтобы на уровне тела, на уровне импринтов уже закрепились эти навыки. Дальше надо будет, в идеальном варианте, как рекомендует основатель метода, надо будет 30 раз или 100 раз прочитать эту методичку. Надо будет друзьям, знакомым, клиентам начинать делать эти техники по барам. Вот. И плюс, конечно, ну, месяц-два, и вы заметите улучшения, плюсы по себе. Вот, что еще? Вот такой сертификат выдается, это мой сертификат. Есть еще сертификат преподавателя, фасилитатора в электронном виде, в печатном. Также информация о всех преподавателях, практиках Access Bars тоже есть на официальном сайте. Вот этой организации. Есть какие-то вопросы, задавайте. И тогда иду по списку. Что еще хотела сказать? В телесной терапии важно творчество. То есть самое страшное, что может произойти на телесном классе Access Bars, это то, что человек получит приятный массаж головы. Это самое худшее, что может произойти, то есть противопоказаний нет. А самое лучшее – это то, что может кардинально поменяться жизнь, то есть мир в этой жизни, если коротко. Про творчество. Со временем, когда каждый специалист по барам начинает делать практики бары, больше расслабляемся, больше разрешаем себе творчество. То есть со временем, да, мы делаем бары, но если хочется дотронуться еще куда-то, тоже дотрагиваемся. Например, за плечо потрогать. Или как-то еще. То есть, ну, понятно, учитывая мужчина-женщина, как корректно себя ведем, лучше за плечо, куда-то еще. Конечно, есть разные методики. Вот кто будет проходить основы, там, ну, более продвинутые, если коротко, чтобы вас не путать. Но смысл говорю, что важно творчество. То есть, да, есть подробные схемы, как пальчики ставить, куда, какие точки. С каждым разом, 3-4 раза сделаем, все, уже автоматически знаем. И когда практик Access Bar'ов делает сеанс, он тоже получает. То есть есть полоса имплантов за ушками, это все наши убеждения, которые не наши, да, какие-то убеждения рассоздаются, уничтожаются у клиента и у психолога, у практика Access Bars, если у него подобные есть убеждения, у него они тоже рассоздаются. То есть процесс это двоякий, не только клиент на кушетке получает свои результаты, но и практик Access Bars. Вот тот, кто делает эти техники. Во время сеансов не рекомендуется музыка, и желательно часы надо снять, они могут остановиться. Вот, что еще? Возможности я сказала, то есть можно проводить платные сессии клиентам. Могу сказать по своему опыту, что вот с кем я проходила обучение, например, девушка, мастер по маникюру, она проводит платные сессии Access Bar со своим клиентом, то есть ввела такую дополнительную услугу.
Первый месяц клиенты присматривались, смотрели сторис, а что за методика, а что за техника. А на второй месяц стали записываться на сеансы. Она поставила стоимость 3000, час, и нормально. То есть говорит, меньше не буду работать. У психологов тоже есть такая рекомендация, какую стоимость надо ставить на сессии баров или на консультацию по психологии, ту сумму, которую нам хочется, которую мы выдерживаем. То есть если мы говорим, я хочу проводить сессию баров за 3000 рублей, но когда нам человек дает 3000 рублей за 40 минут, там, за час работы, и мы чувствуем, что ну, как будто бы нам много дали денег, то все, мы эту стоимость не выдерживаем условно. То есть надо назначать ту стоимость за сессии баров, которая нам комфортна. То же самое и у психологов, по себе могу сказать, вот онлайн-курс по психологии четко по себе отслеживала эти моменты, где я не выдерживала что-то, вот. Ну, когда стоимость на курс повышала, где я не выдерживала, и люди это чувствуют, студенты, ну, тогда не приходили, то есть было по-разному. Поотслеживайте, как у вас это в жизни. То есть стоимость надо назначать ту, которая комфортна. Вот. Но обязательно эти сессии должны быть платные, если мы делаем клиентам. Знакомые вот практики по Access Bars можно делать обмены. То есть вот так ко мне знакомая девушка тоже приезжала в гости, я ей делала сессию бара, фейслифт, и она мне. То есть вот такие обмены можно делать, это экологично. Вот что еще. Часто еще у нас есть путаница, что как будто бы нам надо страдать, если мы что-то хотим получить. И нам кажется, как так, как можно стать практиком телесного процесса Access Bars за один день? А это что, возможно? Да, для взрослого человека еще не такое возможно. И даже дети могут пройти обучение, а дети более открыты, у них нет ограничений, табу, больше интереса, открытости, и даже дети как начинают брать за эти сессии деньги, то есть кто хочет дополнительный источник дохода. Что еще? Фасилитировать – это значит сделать легким, восстановить легкость. Если мы берем про работу тоже профессионального психолога, то со временем мы восстанавливаем целостность. У человека все достаточно гармонично в жизни. И в близких взаимоотношениях, и друзья, и работа, и хобби, и деньги, и интересы. Все-все-все. Нет перекосов. То есть или только деньги, или у женщины только мужчина на первом месте. Все, 5-10 лет начнет все сыпаться. Здоровье, взаимоотношения. То есть важно без перекосов не сотворять себе кумира. Все равноценно, и тогда человек как гармоничен, если коротко. Так, на нашей голове находятся 32 точки, и при мягких прикосновениях происходит высвобождение всего, что не позволяет нам получать. Это как нажать кнопку на компьютере «Удалить». Основатель Гэри Дуглас, я говорила, мантра этой компании, что все в жизни ко мне приходит с легкостью, с радостью и в изобилии, великолепии. Все в жизни ко мне приходит с легкостью, с радостью и в изобилии. Можете эту фразу повторять 30 дней. А что если сегодня начнется что-то новое? А что если жизнь может быть постоянно радостной, гармоничной? А что если вы являетесь вкладом для этого мира? А что если вам не нужно понимать все, чтобы это работало? То есть, когда мы включаем свет и получаем освещение в комнате, мы же не знаем, как свет, как электричество подпадает куда, но мы пользуемся этим. Что еще? И часто после телесных классов у нас больше осознанности, присутствия совсем на 100%. И что тогда происходит?
мы выходим из газлайтинга, из манипуляций, из игр, где есть жертва, преследователь, спасатель. То есть мы видим эти сценарии, уважаем свободу воли человека, например, страдать, играть в эту игру, не видеть свою силу, окей, но мы можем выбрать для себя что-то другое. То есть можно сказать, после класса телесной терапии Access Bars уже не получится страдать, уже не получится изображать из себя жертву. И напоминаю, осознанность включает все и не исключает ничего. И осознанность – это не просто открытые глаза. Будут вопросы, задавайте, вот присоединяйтесь, отсоединяйтесь. Ну, я чат смотрю, если есть какие-то вопросы. Что еще? Ничего не случается с нами, мы все это создаем, желательно создавать осознанно. Что еще? Про газлайтинг можно посмотреть фильм. Я рекомендовала, еще раз рекомендую. Фильм называется «Газовый свет» 1944 года. Он черно-белый, но прикольный. Чтобы вы понимали, как происходит газлайтинг. Как люди не специально, но производят психологическое насилие. Когда мы знаем, как выглядит газлайтинг, мы просто раз и делаем шаг назад. Вот, и, конечно, антипод газлайтингу – это осознанность и то, что мы счастливы, гармоничны, и у нас все достаточно хорошо. Что еще? А, вот свой случай я рассказала. Вот сейчас стоимость курса «Стань психологом, коучем за 10 недель». Я стоимость курса поставила 100 тысяч, это оправданная стоимость. То есть даже если в 14-ю группу никто не придет, окей, я подожду своих чемпионов. То есть до этого, почему я в том числе не повышала стоимость, я не хотела прощаться условно с подписчиками, которые давно наблюдают, которые жаловались, ну, как, вот, это дорого, я собираю, то приду на курс, то не приду. И я стоимость на курс не повышала, думала о том, а как же те подписчики, а как будто бы я их брошу. То есть как будто бы я не хотела терять связь с мамой символически. Вот представьте, есть связь, плохая мама, хороший ребенок. Условно, если мама выпивала или еще как-то себя безумно вела, то есть она реально была плохой мамой местами. А ребенок старается быть хорошим, старается, но сколько бы ребенок ни старался, безумной маме никогда не угодить. И я вот тоже замечала свои проявления, ну, за счет своей личной истории, я часто старалась понравиться тем, кому, например, не интересны мои услуги, не интересно я как психолог, а я все равно старалась этим людям понравиться. То есть вот эта связь безумная, плохая мама, хороший ребенок. Но за счет личной терапии с психологом, ну, я тоже прохожу свою терапию в разных форматах, эта связь у меня в том числе тоже меняется. Тогда нормальная связь появляется. Хорошая мама, хороший ребенок. Плохая мама, плохой ребенок. То есть и поэтому я в том числе разрешила себе, ну, поставить комфортную стоимость за курс «Стань психологом-коучем». То есть это стоимость реальная, адекватная, и мне комфортно за эту стоимость работать, делать свое дело. Вот, что еще хотела сказать. В группу, вот сейчас в 13-й группе два человека, Аня, Кристина. То есть, ну, комфортно для меня 2-3 человека, 4. То есть это формат более индивидуального коучинга, индивидуального обучения. Ну и, конечно, есть уроки, видеоматериалы, лекции, программа комплексная. Что еще? Часто вот есть у нас привычка, ну, мнение, как будто бы, чтобы что-то изменить, надо пострадать. Но это не так. То есть, если кому-то надо что-то доказывать, значит, не надо доказывать. Когда мы в треугольнике Карпмана, жертва, преследователь, спасатель, мы хотим кому-то что-то доказать. Доказывать не надо.
То есть вот условно, представьте, есть вывеска. Летим в Сочи, в аэропорту, там, в Лос-Анджелес, еще куда-то. То есть каждой стоечке подходит определенная аудитория, кому надо, куда лететь. Все. Но у самой стоечки или сами пилоты самолета никого не уговаривают. Записались, поехали, не записались, все. Но это я еще больше говорю для психологов. У меня так это было. Часто есть таланты психолога, таланты целителя. И если мы неосознанно этим талантом пользуемся, то мы часто неосознанно попадаем в разные сценарии жертва-агрессор. И начинаем кого-то спасать. Вот, хотя жалость, она деструктивна. Вот. Про инструменты Access хотела сказать, но тогда я пост на днях напишу. Также на классе обязательно есть кола, чипсы, то есть сладкая, соленая вода. Для нашего мозга это надо. Что еще? Присутствие. Но я так коротко сказала, и тогда вот именно статью напишу про другие инструменты Access. Например, есть вопрос, а как это может быть еще лучше? Или что в этом правильного, что я пока не замечаю? Вот пример с ножом. Ножом я могу порезать колбасу и быть сытой, а могу ножом порезать руку или пытаться еще кого-то порезать условно. И будут разные последствия. Также и в жизни есть какие-то ситуации, мы их поменять не можем. Вот есть дождь, да, я хочу солнца, но сейчас дождь, окей, я беру зонтик, одеваю сапоги, что-то еще. То есть в каждой ситуации есть какие-то блага. То есть осознанность – это когда у нас нет осуждения, мы просто до того, как брать, смотрим, как это использовать. Вот если коротко, то есть смысл такой, как я это понимаю, перевожу вот инструмент Access Bars, вопрос, как это может быть еще лучше, как я это понимаю, то есть когда мы осознанные, присутствуем совсем на 100%, мы здесь и сейчас не отыгрываем сценарии, и наши выборы, они максимально правильные, и у нас все достаточно хорошо во взаимоотношениях с доходом, и мы просто наслаждаемся жизнью. Вот, коротко сказала, что хотела сказать. Я благодарю всех за внимание. Следующий эфир будет, не знаю когда, возможно, уже после 7 ноября. Посмотрю по своим возможностям. Вот, благодарю всех, кто смог лично зайти. Рада вашим вопросам по обучению в школе, по обучению техники телесной терапии Access Bars. Вот. Все, всем тогда хорошего дня. Рада видеть вас на личных консультациях онлайн, либо в Санкт-Петербурге. Рада видеть вас на телесном классе 7 ноября в Санкт-Петербурге. И рада видеть вас в школе, в 14-й группе. Обучение можно начать прямо сегодня. Практика начнется с 14 декабря. Но уже сегодня вы можете начинать изучать видеоуроки, лекционный материал, задавать вопросы в скайп-чате и так далее. Курс насыщенный, лучше присоединяться пораньше. Вот. Рада вашим вопросам в Инстаграме, в Ютубе. Пишите, будет много вопросов. Я дополнительный эфир проведу, но уже, возможно, после 7 ноября. Все, я на связи, всем хорошего дня и до встречи.